Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, доверит. Посмотри визуально, что мешает сканированию. У нее на голове как парик, как у таких египетских цариц, как каре такое, четкое, ровное. Угу, вижу. Челка и волосы так ровные. И какая-то веревка на талии. Хорошо. Снимай эту веревку, снимай этот парик. Летят в клетку, тюрьму. Готово. Хорошо. Даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Татьяны, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Татьяны, находит все. У нее арахноид и инкуб. Арахноид и инкуб. Парик арахноида? Да. Веревка инкуба? Да. Хорошо. Сколько инкуб присутствует в этом биополе? 28 идет цифра, и он рычит почему-то. Чего ты рычишь? Не хочет он, чтобы его читали. Я тебя предупреждаю первый и последний раз. Из этой комнаты диагностики ты можешь уйти на свою чистоту, а можешь уйти и в галактическое ядро. Открывая перед его клеткой воронку в галактическое ядро, я тебя туда отправлю сразу, если ты будешь мне мешать или не будешь отвечать. Если я почувствую какую-то от тебя угрозу или какие-то неприятные вибрации, я тебя уничтожу. Или сделаю дырку в тебе и отправлю таким на твою чистоту. Тебе это понятно? Закрывая портал. Понятно. Итак, 28 дней ты находишься в этом биополе. Я правильно тебя понял? Много идет слово. Что много? 28 много. Меньше он находится. Сколько дней ты находишься в этом биополе? 27. Сколько присутствует арахноид в этом биополе? Он показывает, он притих так и показывает, что он выходит и заходит, доплетает и заходит. Ты в квартире присутствуешь, арахноид? Да. Вот так вот. Это ты сбросил часы и разбил бутылку? Он плетет. Это не ответ на мой вопрос. Он плетет кокон, потому что там есть защиты, он ограждается. Ты причастен к разбитию бутылки? И сброс часов на пол. Он в этом месте плетет. Хорошо. На чем присутствует в квартире? Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Татьяны спроецировать энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в ее биополе. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Татьяне. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Мой следующий вопрос – инкуб. Инкуб, боль в спине, резкая боль на месте. Это твоя работа? Он не знает, он не хотел ей боль причинить. Немного тянул. Он не знает? Мне поставить монитор и посмотреть? Он не знает. Хорошо. Он не знает, насколько сильна эта боль. Он тянет, да. Понятно. Хорошо. А еще арахноид, он показывает, что у нее страх. Вот этот парик, что ушел, он показывает, что она боится потерять волосы, как потеряла ее подруга. Он на этом играет очень сильно. Угу. Вплетает ей копну, делает большую. Понятно. Хорошо, Татьяна. Это информация для вас. Страхи здесь не нужны. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Татьяна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее взяли, возвращает Татьяна себе по праву. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Но не по чакрам воровали. По чакрам. Хорошо. А как ты попал в квартиру, арахноид? С кем ты пришел? Другим. Был человек, который ты сидел в нем? Да, он был перешел так он. Хорошо. Сколько, когда это было? Он не знает, потому что он выходит, заходит. Первая подключка когда была к ней? Квартира сперва была подключка, позже к ней. Когда была подключка в квартиру? Разные цифры идет. 3-0, 3-3, что-то 3. 3 дня, 3 месяца, 30 дней. О чем речь, арахноид? Вера, пошла информация, сколько он прячется, он закрылся лапами, и глаза у него только смотрят. Арахноид, ты же не хочешь, чтобы я на тебя воздействовал? 6,5 месяца. Хорошо. Меня просто удивляет, что ты не понимаешь, где ты находишься. Если ты со мной не будешь общаться и не давать мне информацию, к чему это может привести? 6,5 месяцев есть. Ждем окончания реверса. Закончился. Хорошо. Начинаем с вытаскивания. Что осталось? Арахноид, на твоей чистоте что-то осталось, что я еще не вытащил? Осталось. Выходи. Вытаскивай все. Ничего не забывай. Инкуб, ты присутствуешь в квартире? Нет. Хорошо. Ждем арахноида. Он достал, иголки у него были.
Иголки. Где они были? В голове? В голове. Хорошо. Инкуб, на твоей чистоте что-то осталось, что я не вытащил? Да, у него есть что-то еще вниз живота. Хорошо, выходи, вытаскивай все, возвращайся назад. Докладывай готовности к проверке. То же самое, у него такие, как какие-то... Спине. Большой спине. Как цилиндр. Нет, низ живота и на ладошках почему-то. И вот он когда начинает внизу живота, крутит он ее, и у нее ладошки потеть начинают. А от этого были, значит, и бросает в пот. Понятно. Снял. Хорошо. Все сняли. Даю команду на рассинхронизации Татьяны с арахноидом, инкубом и их артефактами. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белый свет Татьяне, она этим светом выдалит из себя все негативное патогенное низковибрационное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней шар. Да, и шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Проверку прошли. Инкуб, поскольку ты не присутствуешь в квартире, я первый раз тебя отпускаю. Повторно, если я тебя встречу, я действительно будет очень большие проблемы. Поэтому никогда больше не приходи в это биополе. Тебе это понятно? Понятно. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Он забирает, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Арахноид, я сейчас открою портал в квартиру Татьяны. Ты соберешь там всю свою паутину. Через пару минут я приду, проверю и отпущу тебя на твою чистоту. Тебе это понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Татьяны. Арахноид идет в этот портал, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Под париком и веревкой открывая воронку в галактическое ядро, это все уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Давай заправим Татьяну. Посмотри, сколько энергии нужно Татьяне и какая частота вибрации. 395. Да. Ей нужно 25 и 26 верхние три чакры. На счет 3 макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 395% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Частота вибрации коронной чакры, третьего глаза и голосовой чакры поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Татьяна, мы закончили проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Как со спиной? Здесь ничего не болит. Здесь очень приятно и радостно. Все бы это гармонизировать еще в теле. Это мы сейчас сделаем. Сейчас мы вернем вас назад в вашу биоробота. И после этого перейдем к проверке вашей квартиры. Но перед тем, как мы пойдем, сканер, просканируй, пожалуйста, спину Татьяны. Не осталось ли там что-то? Если есть боли какие-то, выводи. Если есть какие-то проблемы, решай эти проблемы. Приступай. А я не знаю, что он там делает, но идет такое слово, и вообще как вот он показывает, то есть он как будто соединяет тело, тонкие тела и физическое, и идет гармонизация. И там такое ощущение, что что-то на место встает, как сдвигается. В тонких телах? Вместе. Он показывает позвоночник, вот эти все косточки показывает позвонки, да. И от них в области поясницы там что-то такое ощущение, что двигается. Вот эти кости, он их как-то... Крепляет. Как подравнивает, что ли. Подравнивает, хорошо. Готово. Благодарю, сканер. Хорошо, Татьяна, сейчас мы будем возвращать вас назад и гармонизируем вас. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошел процесс. Все энергии переходят на физический план. Готово. Отключаемся от Татьяны. Квартиру Татьяны ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью. Квартиры Татьяны. 1, 2, 3. Ты перед дверью. Да, я здесь. Входи в квартиру. Клетка установилась. Хорошо. Что у нас там? Здесь арахноид. Есть. Какой-то сгусток. Я не знаю, что это за сгусток. Как такой туман серый. Интересно, что это за туман. От тумана выстраивается прямой канал к ответственному, если таковой есть, притягивая в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьме. Здесь почему-то идет соединение с зеркалом, которое в коридоре стоит. Из него, изнутри кто-то пробивает портал, и он отправляет такими, как
вбросами вот Хорошо. Этого энергии. Понял. От этого шара из зеркала вытягивает эту сущность, летит в клетку-тюрьму. Это инкуб, которого мы сейчас отправили. Хорошо, инкуб. Мы опять с тобой встретились. За квартиру ты сказал, ты не присутствовал. Я не присутствую. Откуда эта энергия идет белая? Из зеркала? Портал он хочет с другой стороны открыть. В квартире его нет пока. Хорошо. Пробивает. Пробивал. Я надеюсь, пробивал. Потому что если он будет это делать дальше, будет то, что я сказал. Хорошо, готов уходить? Готов. Открываем внизу воронку на чистоте, вернее, портал на чистоте инкуба, и он уходит на свою чистоту, закрывая, печатывая, растворяя. Ты посмотри. Хорошо. Под этой энергией открываю воронку в галактическое ядро, оно уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяя. Арахноид все собрал? Да, у него большой кокон, он его вынес. Хорошо. Больше в эту квартиру к этому человеку не подходишь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Он забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Давай сделаем так. Если есть порталы в этой квартире, они подсвечиваются красным цветом. Поднимись над квартирой и посмотри, где порталы. Есть где-то что-то пробитое. Оно пульсирует красным цветом. Но здесь это зеркало только, оно такое бледное какое-то. Хорошо. Под этим зеркалом открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Клетка у нас стоит еще? Да. Под клеткой открываю воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Еще есть где-то что-то, кроме этого зеркала, что мигает? Нет, портала больше нет. Хорошо. Кошка у нас осталась, Сима. На счетри перед тобой появляется тонкая копия кошки Сима. Сима стоит перед нами. Да, я Сима. Привет, Сима. Мы пришли тебе помочь. Обижали тут тебя от сущности? Бежит она к зеркалу, лапкой трогает его, мяукает. Не нравится ей там. Да. Не нравится. Хорошо. Я это зеркало закрыл, в принципе, уже почистил. Проверь нашу работу. Она видит, что... То есть из него вот эти... Белые выбросы. Энергии. Нет, да. Она не белая, она серая, но такие выбросы, она их видит. Она их видела. Хорошо. Сейчас этого нет, Сима. Сейчас мы и тебя почистим. Включаем внутренний белый свет Симе, и она этим светом выдавливает из себя все негативное патогенное низковибрационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Есть шар. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. И в макушке у головы Симы начинает поступать необходимое ей количество кошачьей энергии. 1, 2, 3. И потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые ей цвета начинают поступать, мощность потока усиливается. Частота вибрации Симы поднимается до комфортного ей уровня. Пошел подъем. Есть. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Сдать тебе защиту, Сима? Обновить все защиты. Не слышу. Обновить. Обновить. Хорошо. И обновляем ей кошачью Меркабу. 1, 2, 3. Пошли энергии. Меркаба активирована. И устанавливаю ей защиту кошачий глаз. Активирована. Ей чуть приятно, она как по-новому чувствует эти энергии. Нравится тебе? Готово. Хорошо. Все хорошо, Сима? Что-то хозяйке хочешь передать? Она ей показывает, что у нее тоже шерстка падает. Ничего страшного. Хорошо, передадим это. Ну что ж, возвращаем тонкую копию Симу в ее систему биоробот-душа. Она синхронизируется и гармонизируется со своим биороботом. Мы здесь закончили? Закончили. Отключаемся от квартиры и поднимайся в комнату диагностики. Пошел прием.